«Мама-кот». Муромский театр «Кукол Франт» вновь получил грант президента. Новый социальный проект ориентирован на детей и подростков, которые страдают нарушением интеллекта и находятся на обучении в коррекционных школах-интернатах. Выездной спектакль посмотрела и наш корреспондент. Это что же, что? Яйцо? Похоже, да. Что яйцо. Только непонятно, как оно в трубу попало. Ну чего непонятного? Птица снесла. Ребята смотрели театральное представление с замиранием сердца. Пятеро участников постановки Муромского театра «Кукол Франт» в мгновение ока перенесли детей в тот самый заветный мир, в котором всегда побеждает любовь и доброта. Реализация 350 тысяч полученного президентского гранта позволили актерам сделать жизнь особенных детей более насыщенной. В этом году мы участвовали в конкурсе грантов президента Российской Федерации с проектом «Спектакль «Мама-кот» для детей, которые воспитываются в школах-интернатах Владимирской области». Этот конкурс мы выиграли и благодаря этой победе смогли поставить спектакль «Мама-кот» по повести чилийского писателя Луиса Сепульведы. Однажды прекрасным утром кот Зорбас сидел на балконе, любовался морским пейзажем и мечтал о том, как будет жить в свое удовольствие. И тут на его голову, в буквальном смысле слова, свалилась чайка, жизненные силы которой были на исходе. Один портовый кот был осчастливлен тем, что в лапы ему попало яйцо чайки. И он решил не съесть его, а высидеть. Воспитать птенца и потом научить его летать. Получалось это долго, неудобно, но в конце концов птенец вылупился, превратился в красивую чайку, но появились сомнения, сможет научиться летать, потому что он был выращен котами. Но при поддержке вот именно мамы кота Зорбаса все получилось, чайка полетела. У театральной труппы планы большие. Спектакль «Мама-кот» посмотрят дети 20 коррекционных школ, городов, поселков и деревень всего 33-го региона. Елена Петрова, Алексей Капотов. Новости Муром.